Интернет в Нарьян-Маре стал дешевле. По поручению губернатора Игоря Кошина сотрудники управления по информатизации провели плановую работу с операторами связи и ряд рабочих встреч с представителями управления Роскомнадзора. В результате достигнутых договоренностей стоимость услуг предоставления широкополосного доступа к сети интернет по ряду тарифных планов станет в два раза дешевле. Изменение скорости коснется более 4000 абонентов услуги. С 1 апреля Ростелеком увеличил скорости на действующих тарифных планах для абонентов услуги «Домашний интернет». Скорость увеличения составила до 500 килобит в секунду. После проведенного апгрейда абонентам будет предоставлен доступ к сети интернет на следующих скоростях. Скорость на тарифном плане 150 килобит в секунду изменится до 0,5 мегабит в секунду. Скорость на тарифном плане 0,5 мегабит в секунду изменится до 1 мегабита в секунду. Скорость на тарифном плане 1 мегабит в секунду изменится до 1,5 мегабит в секунду. Чтобы увеличить скорость интернета в Нарьян-Маре, технические специалисты компании «Ростелеком» провели работу по расширению пропускной способности канала связи в направлении Нарьян-Мар-Усть-Цильма. Заместитель директора филиала технический директор Сергей Рязанов отметил, расширение канала связи позволяет нам в 1,5-2 раза поднять скорости интернета у наших абонентов. Апгрейд скоростей, который мы проводим в Нарьян-Маре в первый раз, даст жителям города возможность гораздо быстрее скачивать информацию и сделать пребывание в интернете более комфортным. В окружном управлении информатизации и связи пояснили, это улучшение только первый шаг. Операторы связи ведут большую работу по улучшению не только цены, но и качества. В конце того года введена в эксплуатацию оптическая сеть в количестве 2000 портов. Мы сейчас ведем как раз большую работу, и Ненецкая компания электросвязи, и Ростелеком, и все операторы связи ведут эту работу, чтобы предоставлять связь уже не только по медным, вот по старым технологиям, но и по современным технологиям, когда оптика доходит уже непосредственно в квартиру. Это не только, скажем, повышает достаточно сильно качество интернета, да, его удобство, но и, соответственно, скорость. Уже можно говорить о том, что мы вот ожидаем к середине года, что скорости можно будет приобретать тарифные планы там, со скоростями 10-20 мегабит в секунду. Жителям Нарьян-Мара, чтобы получить увеличение скорости интернета, достаточно просто перезагрузить оборудование. Если же по какой-то причине скорость повышать не нужно, надо перезаключить договор и за меньшую сумму получать старый трафик. Надежда Людкова, Александр Дуркин, телеканал «Север».